Владимира Путина россияне назвали политиком года. Об этом сообщают в ЦИОМе. В рейтинге президент получил 44% голосов, и эта победа стала уже 10-й подряд. На втором месте министр обороны Сергей Шойгу 8%, замыкает тройку Сергей Лавров. У министра иностранных дел России 7% голосов. Социологи провели опрос в 130 населенных пунктах страны. На вопросы экспертов ответили около 1600 человек.